Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Значение буквы «П» в имени определяет такие качества личности, как уверенность в собственных силах и склонность к философским размышлениям. Отвага, дерзость, изворотливость, острый живой ум, неиссякаемый источник новых оригинальных идей, вечная неугомонность, стремление к переменам, движению, свободе и раскованности, любовь к приключениям, риску и всяким неожиданностям – все это характеризует обладателя этого имени. Звук «П» в имени не создает неприятных ощущений, располагает к задушевной беседе, доверию. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Человек с этим именем должен чувствовать себя свободным, всегда стремиться к активной жизни, полной приключений, неожиданностей и острых ощущений. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Некоторые отрешенные и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Иногда представители имени готовы принести в жертву алчности и наживе себя и даже близких. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Обладатели буквы «П» в имени – смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на все происходящее люди. Чрезмерные гордыни носители имени с буквы «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.